В общем, всем здравствуйте. Иду вот с такой вот банкой и с таким шнурком. Новый эксперимент. Косулю манить нам уже не так интересно. Она и не всегда манится. В общем, вот такая баночка. Начал сейчас видео снимать. И у меня экшн-камера отключилась. В общем, вот так вот она у меня сейчас звучит с крышкой. Без крышки. Буду тренироваться, не знаю, как вообще правильно. Ни разу не практиковал такой способ. Порепетировать особо некогда сейчас. Уже солнце почти село. До самой-самой темноты, наверное, я не буду. Не знаю, посмотрим. В общем, до предполагаемого места обитания лося мне еще 1-1.5 километра где-то. Я попробую. Вот что из этого выйдет. Буду включаться, или если будет что, или не будет. Ничего, не буду включаться, но пока иду. Вот такой будет эксперимент. Вот такая у меня тут местность. Лося жду либо оттуда, либо вон оттуда. Рассчитываю, что он может быть там. Там нынче лосиху встречал 2 раза. С 2 лосятами. Прошлый год 2 раза быка там видел. Нынче не видел, но надеюсь, что он где-то здесь есть. Сейчас тишина. Облака идут довольно быстро. А листики практически не шевелятся. Что у меня еще в запасе 40 минут. Вот такой вот тут красивый закатик у нас. Где-то журавли то ли в поле, то ли в небе, не понять. Не вижу. Ну а лося я так и не слышал, в общем. Камера не фокусируется, в общем, вон клин птичек летит. Почти на юг. На восток.
красавчик. Нет, ну развернись. Нет, не хочет сниматься. Ну что, всем здравствуйте. Середина сентября. Вторая у меня попытка портить теперь нервы лосям. Но лосям везет, что их мало. Поэтому получится, не получится, не знаю. Вечер я вчера просидел. Ну как вечер, полтора часа у меня времени получилось. И тишина. Только козлики гавкают. И все. Может еще рано. Может уже самое то. Хотя неделю назад я лося слышал, он у меня ночью к ворону шел. Маленько не дошел, я успел вперед до ворона дойти, чем он. Но по ощущениям, казалось, 70 метров оставалось. Прям четко-четко так он окол. Вот такие дела. Так что пробую. Что получится сегодня, не знаю. Сегодня у меня 2.5 часа почти в запасе. Так что мочим тряпочку и в путь. Ветер дует. По прогнозу вроде должен был стихнуть к вечеру. Но то стихнет, то начинает опять раздуваться. Ориентировочно воздух в квадрате 2 на 2 километра может находиться. Места тут такие у них хорошие. Посмотрим, подождем. Пойду-то я сейчас еще дальше. Так периодически буду пробовать банку. Банка, или правильно, как сказать, звук издавать. Ждать маленько и дальше двигаться. Сколько раз я тут его видел, он обычно в эту сторону идет. То есть он может находиться на 1.5 километра или 2. На краю, так скажем, этого квадрата. А пойдет он в этот лес или нет, неизвестно. Так что будем его искать в молоднике. Пальцами перекрываю, уже совсем по-другому. Вот так вот. Ну что я хочу сказать. Я где-то рядом. Вот так вот, вот она выглядела. Вытоптал пятак хороший. Злился он тут хорошо. Где-то он может быть рядом. И полянка хорошая. И деревья густо растут, чтобы можно было по ним быстро наверх карабкаться. Будем пробовать. Будем искать.